万事皆为善，万事又皆为恶，谁又能分得清？诸位，世人不论因果，长空令下诛杀我等，这一战且让他们尝尝这恶果的滋味。战鼓擂动群雄起，说风起号道数千骑，七星尽退谁能敌，自在起舞望尘千里，横枪纵马大战东西。 Ребята, всем привет! Ну что, как вам китайская музыка? Это лампочка китайская, в которой встроен динамик, которая синхронизирована через Bluetooth с телефоном. Сейчас, секундочку. Так, звук выключим. Еще раз, ребята, как вам китайская музыка, которая сейчас сыграла? Я надеюсь, что вам она понравилась, ну, а может и не понравилась, но... Эта китайская лампочка вам точно понравится. Заказал я ее с Алиэкспресса. Значит, пришла она вот в такой вот коробочке. Эта лампочка музыкальная, Bluetooth лампочка, которая через приложение синхронизируется с вашим телефоном, вот который сейчас на столе, да. Я тут уже все настроил. И, как всегда, я не просто снимаю обзорчик, распаковочку, а я уже получил личный опыт. Эту лампочку я уже применял, я ее уже протестил. Скажу свое мнение, лампочка отличная. Если вам она понравилась, не забудьте поставить лайк этому видео. Ссылочка, как всегда, будет в описании под видео. Можете перейти и посмотреть, что это за лампочка. Ну, давайте вернемся к обзору. Значит, я уже сказал, что пришла вот в такой коробочке. Тут была лампочка, вот эта вот коробочка, ну и вот эта вот инструкция. В принципе, эта инструкция, она по большому счету... Значит, ребята, вот такое вот приложение Image Sled. Ну, то есть, видим, да, на экране. Запускаем, скачиваем его с Play Market. И, значит, здесь... Сейчас лампочку я немножко разверну, чтобы было видно. Здесь мы как раз можем управлять этой лампочкой. Например, я просто могу зажечь белый свет. Сейчас я отключу дополнительный. Так, ага, он даже отключен. Ну хорошо. Я могу просто, значит, включать, регулировать яркость света, делать больше, делать меньше. Либо могу его, в принципе, отключить, да. Значит, дальше. Могу включить какой-то другой свет. Также регулировать его, делать меньше, ярче. Могу зеленый включить. Могу желтый включить. Могу синий включить. Могу какой-то любой другой цвет включить. В общем, вот таким вот образом. Могу, значит, сделать его, включить режим мигания. Переходим вот в эту вкладочку, да, то есть мы были вот в этой вкладочке, цвет меняли, вот. А дальше переходим вот в эту вкладочку, так, в лампочку. И вот здесь есть режимы, различные режимы подсветки. Значит, я беру, допустим, включаю какую-нибудь, ну вот на угад. Вот, будет вот такой вот цвет. Мигать так будет. Дальше будет мигать вот так. Такой режим. Здесь режимов очень много. То есть их можно менять наугад. Вот белый мигает. Еще промотаем. Мигание тушения. Да? Один цвет зеленый. Дальше промотаем. Красный. Дальше промотаем. Еще промотаем. Ну, то есть, можете настраивать по-разному, да, и, собственно говоря, управлять этой лампочкой как хотите. Вот. Режимов здесь много. Я еще не все их посмотрел, но скажу вам, что здесь можно управлять как хотите, как настроите. Дальше. Переходим вот сюда. Музычку. Ну, здесь китайская музыка, у меня на телефоне музыки нет, я ее не слушаю. Значит,
Открываем что-нибудь наугад, опять же, так как я по-китайски не умею читать. Выбираем, ну я не знаю даже, ну любого выбираем, автора. Я не знаю, что сейчас будет играть. И вот просто включаем. Как вы видите, сам динамик, значит, подстроился, и теперь будет лампочка играть через динамик. Ну, давайте сейчас немножко что-нибудь другое включу. Может, что поинтереснее. Так, что-то здесь это не очень интересная музыка. Надо ее поменять. Срочно причем. Давайте включим вот этого автора, к примеру. Ну где он тут? Не помню. Ну вот этот пусть будет. Послушаем. Похоронили, да? Включаем в сеть. Загорается лампочка. Значит, смотрите, вот лампочка, она совершенно абсолютно с таким же цоколем, как вот обычная лампочка, да? То есть здесь вот у меня тоже цоколь под обычную лампочку, под стандартную. Вы можете такую лампочку вкрутить у себя в комнате, скажем, либо, ну, еще куда вам надо, туда вы ее, в общем-то, и вкрутите, да, хоть в комнате, хоть в коридоре, хоть и в ванной. Кстати, хорошее решение, если вы в ванной вкрутите такую лампочку, то вы можете даже, принимая душ, слушать музыку только в ванной, настроить громкость, и чтобы она больше никому в доме не мешала. Ну, это как вариант, такой утренний душ с музыкой. Вот, и с такой подсветочкой интересной. Значит, давайте мы ее назад вкрутим. Power on. Значит, ребята, советую эту лампочку к покупке. Ссылочка на эту лампочку находится под видео. Не забываем ставить лайк, подписаться на канал. Будет еще много чего интересного.